Привет, друзья! Сегодня 31 декабря, и природа решила сыграть очередную шутку после кучи сухих таких дней с хорошей погодой. Когда тепло, когда не тепло, но главное, что сухих дней. Решила вылить остатки дождей, которые не вылило в этом году, все на наш город. Я вот последние, наверное, 2 или 3 часа просто сидел дома, ждал, пока дождик сначала закончится, потом немножечко подсохнет, благо это здесь происходит достаточно быстро. И теперь просто надеюсь, что во время записи этого ролика снова не пойдет дождь и не зальет мне камеру нафиг. Не хотелось бы закончить этот год с залитой водой камеры. Но речь сегодня не об этом. Давайте более позитивное русло. Сегодня последний день 2019 года, и в России принято обычно говорить, это был тяжелый год, бла-бла-бла. Ну, оставим это человеку, который более профессионален в таких речах. Я хочу сказать вот что. Этот год был очень неоднозначным. В нем было прям много падений в моей личной жизни и несколько достаточно ярких взлетов. Были хорошие моменты. Случилась Шри-Ланка в нашей жизни в начале года. В середине года канал очень сильно просел, потом прилично опять вырос. И много появилось новых форматов, которые мне очень нравятся на этом канале, которые мне нравится пилить. Появился стимул делать больше роликов. Появилась новая камера, которая вывела картинку на другой уровень. Появились новые микрофоны, которые позволяют рассказывать вам еще чище, еще лучше. И мне это все очень сильно нравится, и вас становится все больше. И что мне, наверное, вот самое вообще большое, самое позитивное, это то, что, несмотря на то, что канал растет, не растет практически количество идиотов, количество каких-то тупых комментариев, не растет количество срачей, не растет количество негатива. И пока что вот канал развивается именно в том ключе, в котором я и мечтал, что он будет развиваться, потому что приходят новые люди. Я вижу, что они пишут, я вижу, когда они приходят ко мне на стримы, как они общаются, и меня это очень сильно вдохновляет. Поэтому, несмотря на все неоднозначные события 2019 года, я хочу сказать, что этот год был хороший. Всякое было, но год был хороший. Поэтому в этом видео я хочу поздравить вас с наступающим 2020-м, с наступлением новой декады, нового десятилетия. Хотя некоторые утверждают, что новое десятилетие наступит только в 2021-м, но мы все-таки будем по классике. Поэтому с наступающим вас Новым годом. Надеюсь, что в следующем году у вас будет чуточку больше хороших событий, чуточку меньше плохих, чтобы вот без нереальных каких-то пожеланий просто чуть больше взлетов, чуть меньше падений. И надеюсь, что у вас будет все хорошо со здоровьем, все ваши родственники будут живы, здоровы, радовать вас своим присутствием, все ваши друзья останутся вместе с вами, и вместе вы добьетесь чего-то, чего не смогли добиться в 2019-м. В плане канала хочется пожелать, опять же, развития. Надеюсь, что первый год мы добили практически до десятки, потому что все-таки год был неполный. Второй полноценный год мы перевалили через двадцатку. Надеюсь, что в третий год, ну, по традиции, уже сложившейся, перевалим за тридцатку. И так постепенно-постепенно вместе с вами будем расти. Будет расти и качество картинки, вместе с количеством подписчиков будет расти и уровень видео. Может быть, появятся поездки, может быть, появится еще что-то, на что требуется бюджет и на что требуется больше сил. А как вы знаете, когда каналы растут, это придает авторам больше сил, это придает больше мотивации делать что-то более крупное, более серьезное. Надеюсь, так произойдет и со мной. Это, в общем-то, все, что я хотел сказать. Еще раз с наступающим, ребята, вас 2020 годом. Всего вам того, что вы сами себе хотели пожелать, всего позитива, которое желают вам окружающие. Ну а лично от меня вам яркого солнца, хорошей погоды и крепкого здоровья. Большое спасибо всем, кто был весь этот год вместе со мной. Увидимся в следующем году. Пока!